Сахастат подвел итоги по строительству многоквартирных домов в этом году. За 10 месяцев 2016-го в Якутии сдали в эксплуатацию 86 объектов, построенных юридическими лицами. В октябре строители преодолели отставание от прошлогоднего графика, образовавшегося в летние месяцы. Всего по состоянию на конец октября введено в эксплуатацию 389 тысяч квадратных метров жилья. Еще лучше обстоят дела со строительством ИЖС. С начала года сдали 151 тысячу квадратных метров жилплощади такого типа, что составляет 123% к уровню прошлого года.